Я рад вас приветствовать на новом обучающем коучинге Android-разработчик. Это вводная часть, поэтому она имеет открытый доступ. Остальные все блоки, начиная с первого, будут закрыты и доступны лишь для участников обучающего коучинга. И перед тем, как приступить к обучению на Android-разработчика, нам нужно подготовить все необходимое программное обеспечение. И для начала нам нужно установить GDK. Мы будем писать наши мобильные приложения на языке Kotlin. Но все равно, так как Kotlin работает поверх Java, то есть это такая улучшенная Java, нам нужно установить специальное программное обеспечение, которое позволит запускать код Java на вашем компьютере. Для этого мы устанавливаем GDK. Вот она ссылка, GDK Download. Кликаем. И здесь нам нужно выбрать нашу операционную систему. У меня Windows. Выбираем вот этот exe-шный файл. Кликаем по нему. Сохраняем, соглашаемся с условиями и кликаем по кнопке скачивания. Выбираем, куда сохранить. Я сохраню на рабочий стол. Сохранить. И происходит скачивание нашей программки. Некоторое время назад я снял видео о том, как установить GDK и настроить и сделать все настройки на вашем компьютере, если у вас Windows. Сейчас вы посмотрите врезку из того видео и сделайте все пошагово. Итак, у меня скачалась GDK. Теперь я ее скачивал на рабочий стол. Вот она, эта программка. Два раза кликаем по ней, то есть запускаем как обычную программу. Нам нужно сохранить ее на диск C в программ файл обязательно. Никогда не меняйте место расположения GDK. Пусть там и остается. Next. Происходит установка. Это последняя версия. У меня вот до этого видеоурока, кстати, была старая, 8-я версия. Я поэтому так же, как и вы, решил обновить. Поэтому мы устанавливаем GDK 13. Это последняя версия. Давайте кликнем Close. Вам нужно теперь открыть диск C, то есть куда мы сохраняли. Program Files. Здесь есть... У вас будет папка Java. Заходим в Java. GDK, тут есть папка bin. Правая кнопка мыши, свойства, копируем расположение. Слева видите этот компьютер, то есть мой компьютер. Правая кнопка мыши, свойства, дополнительные параметры системы, переменные среды. И смотрим, если... Вот у меня есть, видите, Java Home. Ну вот, в общем, давайте я вам покажу, как это делается. Удалю. Смотрите, у нас как бы... Нам нужно создать переменную для запуска вот этого... Вот этой GDK. Поэтому вот создать. Пишем с большими буквами. Caps Lock сразу. Включите Java. Нижнее подчеркивание Home. И вот сюда вставляем скопированный путь. Вот, пожалуйста. Теперь кликаем OK. У нас создалась сейчас переменная, вот она, Java Home, и уже видите, к 13 версии. Окей, давайте зайдем снова, переменные среды, все отлично, окей. И окей жмем.